клубе стараюсь сделать все сам, но не все, конечно. Большие проекты требуют профессионалов, но вот сейчас сделал для детей канат. Он как раз большей частью для борьбы, поэтому попробуем. В таком русле и повесили новую грушу. И предыдущую уже повесили туда. Ну, показывать не буду, вы в предыдущем ролике видели. Всем хорошего вечера.